Всем привет, ребята! Вы на канале Таежный гость. Мы находимся на северной земле в Усть-Илимском районе. Пытаемся ловить щук. Но чтобы ловить щук, надо поймать плотву, а плотва, зараза, не клюет. Ну, вообще мелочь. Окуни, ёршики и все такие рыбки для того, чтобы поставить на живца. Вот такие щуки на этом славном озере попадаются. До этого была пурга. 3 дня мы ничего особо не могли делать. Ну как, что-то проверяли, конечно, но бешеная пурга была. Жили в палатке, палатку чуть нахрен не унесло. Один раз даже было так, что вывалилась труба. В общем, труба у нас выпала, колено разделилось, и весь дым в палатку начал валить. Ну, справились с этой ситуацией, закрепили лучше по деревьям, но опять же, палатка стоит на открытом месте, и метель ее прям шатает. Поэтому в следующий раз надо ставить все-таки лучше, пусть на 20-50 метров дальше, но в лесу, ближе к лесу. Потому что невозможно там нормально обитать. Вот, батя идет. Данил немножко живцов поймал уже. Штуки 3-4. Вот. И наши жерлицы начали потихоньку, надо выкапывать. После пурги они все забились и закрыло доверху. Ребят, начали ловить ершей. Мы видели одно место, вот пробурились. Вроде ерши начали клевать. О, бегу. Отец говорит, жерлицу выломала. Ножку жерлицы. Я там большой трофей. Хотя он пытается его достать. Фух. Жива. Здесь сломала жерлицу, сука. И какой-то жесткий трофей, потому что... Ух, нифига. Не хочет. Центр выломала. Просто. Щука. Сейчас сюда на другую жерлицу работает. Бля. У меня ножка вот еще есть. Крышка. Ножка есть у тебя? Да. Ну крышка это. Ну. Ножка же хорошая. Ножка есть. Сколько она на 5 дела? Опять крышку так. Папа, не материться. А, вот, ты снимаешь, да. Тихо, тихо, тихо. Какой ветер, какая погода. Ну, уходи. Вот, вот, вот. Славяй, славяй. Подожди, подожди. Ну, сейчас, сейчас, давай. Давай. Охренеть! Батя дай, батя возьми! Батя! Ну вот, Егор, сфоткай, батя! Офигеть! Папа, смотри сюда! На Егора! Вот это рыба! Что же, ребята, ветер еще идет, но проглядывается солнце. Лишь бы ветер ушел, потому что реально руки мерзнут. Было бы солнышко и погода более потеплее, более мягче. Пусть даже будет там минус 7 или минус 8 у нас сейчас, но нужно, чтобы было потеплее, да? Держи, пап. Ветра чтобы не было, потому что ветер продувает до костей. Кроме, кто там есть? Подрезала! Леску! Повод! Ну что ж, ребята, есть поклевочка. Опа. Леска тут тонкая, конечно. Опа. Она просто стала полом. Она тупо не идет. Леска там, блин. Дерево туда было. Рассчитал я немножко, ребят, несколько часов.
назад или что? Ну что ж, ребята, поклевка тут. Одно тут попалит, да, тонкая. Она поет. Идет пока, не борется. Начала бодаться. Тут резко лопнет. Она. Прям шоркает по льду. Это не очень хорошо. Надо такие моменты еще руки мочить, чтобы леска не этот не пережить. Нифига. Ну что ж, ребята, это уже трофей. Это трофей. Ура! Смотрите, бочками. Ха-ха! Класс! Класс, ребята! Северные озера дают нам. Ребят, метель не дает нам покоя, но и щуки дают нам жару. Данил начал вываживать щуку. Оп. Короче. Вот такая щука у нас. 2 на 2 килограмма, наверное, попалась. Метель бешеная и все еще усугубляет. Вот такая водичка на дороге. Что наоборот, хорошие жерлицы, жерлицы сразу подбирают. Что там? Ну сейчас иди, помоги ему. Погром. Давай, пока. Давай, я помню. Блин, водичка такой вообще. Вот так. Такие красавцы. Взял жерлицу щукарь.
Вот так они выглядят. Фигня полная. Немножко затрагиваешься, все разбирается. Херня, короче. Взял из-за того, что очень хорошая сумочка. Все правильно сделано. То есть в одном отсеке эти шпули, в другом отсеке основания и небольшой еще отсек для флажков. Все классно. Все классно вот по сумочке. Вообще вопросов нет. Но сами жерлицы конструктивно, блин, фуфло полное. Он такой ветрюган, что приходится все время втыкать жерлицы в снег, потому что они убегают. Вон водичка вышла везде. Вот. Ребята еле-еле идут. Очень много сил отнимает именно ходьба по снегу, которая с водой. Что, давай, на. Полная, блин, это же разбирается. Ой, даже бодаться хочет. Ну, наверное, небольшое, потому что не сказал бы что-то сильно. Опа! Развязалось. Короче, Вася не умеет покупать леску и завязывать узлы. В смысле, клинчку? Клинч? С клинча она тебя ушатала. Клинчи, херинчи. Вот так вот щуки уходят. Самое, что обидное, что ушла с крючком. Только, ребят, поставить. Сзади у нас сразу сработка. Они уже там на готове. Прям хочет сразу сечь. Подожди, подожди. Блин, я же даже не взял на лету. Давай. Блядь. Ой-ой, Васек, неси это. Да там, блядь, 0,7. Вася, ну... Сосна, блядь. Чё, опять? Там пипец, вообще крокодябра была. Да. Ты вообще узлы не умеешь вязать? Клинч? Где мои жерли? Сука, ну тут же всё в клинче надо. Всё в клинче завязано. Мастер клинча Василий Олегович. Завязывал клинчем, в общем, поводки, и они все, ну не все, вот одна отошла, сейчас может вторая, леска толстая, и клинч, видать, не держит, даже вроде двойной клинч завязал, но, увы, я. Ну ты давай нагрузку, ну ты, блядь, прям жесткую его тянет, поэтому. Почему у меня вон проскакивает? Блин, ты палочку оттуда не взял? Нет. Всем привет, ребята! Вы на канале Таежный Гость. Прошла у нас утренняя проверочка. Мы поймали, даже я поймал, вот такого трофея. Но целую. Поимка, но поимка будет на канале Данил Шапенков. С рыбалки на охоту. С рыбалки на охоту. Все время забываю, слишком длинное это имя придумал. Тоже заходите, будет описание внизу. Под видео. Под видео. А я его учу разговаривать. Все было круто. Рыбалка вообще кайф. Всем пока. Полный кайф.